Интернет-продавцы воздуха уже на днях предстанут перед судом. Весной прошлого года четверых аферистов очень кинематографично задержали в квартирах, куда они очень не хотели впускать полицейских. При обыске причина сопротивления стала понятна. Фигуранты просто не успели уничтожить улики. У них нашли компьютеры, с их помощью создавали и администрировали сайты по продаже несуществующей электронной бытовой техники. А еще банковские карты, толстые пачки наличных денег, переписку с обманутыми клиентами и черную бухгалтерию. Как установило следствие, за год с небольшим обвиняемые запустили несколько десятков фальшивых интернет-магазинов. Как только ресурс блокировали после жалоб обманутых клиентов, аферисты создавали новый. Теперь каждому до 10 лет колонии грозит. Установлено, что обвиняемые с целью хищения денежных средств граждан организовали в 2022 году интернет-магазины по продаже различных товаров и бытовой техники по заниженным ценам. После перевода фигурантам уголовного дела денежных средств общение с клиентами прекращалось. В результате 90 потерпевшим, проживающим в различных регионах страны, был причинен ущерб в общем размере, превышающем 2,5 миллиона рублей.